многие взрослые мечтают вернуться в детский сад. Как ты думаешь, почему? Ну, потому что они скучают по детскому саду. Они больше детства не помнят, когда они ходили в сад. Просто работать неохота. А в детском саду у вас вообще здорово. Приходишь с утра, тебя накормят, напоют, спать в обеденный перерыв положат, а? Да. И еще в игрушки поиграешь. Они меня в 3 часа разбудили в саду. Кто? Няня. Многие взрослые мечтают вернуться в детский сад. Как ты думаешь, зачем? Чтобы своих друзей навести. Но они, друзья-то что, уже подросли. Но ты не мечтаешь в детский сад вернуться? Нет. Ну как ты думаешь, почему вот я мечтаю попасть в детский сад хотя бы, ну хотя бы на месяцочек? Потому что там были игрушки хорошие, учитель, еда вкусненькая. И работать не надо! Да. Ну, это наоборот плохое, потому что без работы и денег не будет. А тебя там кормят бесплатно в детском саду? Ну да. Ну там же тебе, ну там же 2000 не дают за день. Вот многие взрослые мечтают вернуться в детский сад. Как ты думаешь, почему? Потому что там можно спать. Раз. И самое главное? Там хорошо кормят. Два. И самое главное? Не нужно работать. Ну да, работать. И уроки да, не надо учить. Хочешь вернуться в детский сад? Да. Но ты почти как я. Я тоже мечтаю вернуться в детский сад. Давай с тобой возьмемся за руки. А как? Нас не возьмут ведь, да? Да.